Транссибирской магистрали 87 городов и поселков. И только один из них заслужил, чтобы его называли по имени-отчеству. Это город Ерофей Павлович. Кто же такой Ерофей Павлович и чем он прославился? Мы решили задать этот вопрос местным жителям. Я так-то шибко ничего не знаю. Ну, хотя бы что-то знаете про Ерофея Павловича? Не, я вообще говорю, я не в курсе. Ерофей – это имя, да. Павлович – это отчество, а Хабаров – это уже фамилия. Вот оно, великое знание русского народа. Разобрались. Ну, как вам сказать, Ерофей Павлович, он, ну, так-то он нормальный Ерофей Павлович. Кто такой Ерофей Павлович? Кто же это, Юля? Ну, это вообще землепроходец, который открыл Ерофей Павлович и Хабаровск. В 1909 году. В 1909 образовалась станция. Павлович проходил более 4-3 веков назад. В 1600 или каком-то году, да. Локомотивщики. Локомотив – двигатель процесса. Или процессии. Так случилось, что мы попали на столетие города Ерофей Павлович. А кто такой Ерофей Павлович? Ерофей Павлович Хабаров. Кто это? Это, как вам сказать, такой разгильдяй был. Разгильдяй? Таким образом, мы узнали, что Ерофей Павлович – это первопроходец, который в 17 веке начинал свое путешествие именно отсюда. И не будь Ерофея Павловича, похоже, этот бы город, это место называлось как-нибудь по-китайски. Нихао, ляй бой цань. А так Ерофей Павлович. Ерофей Павлович! Всем своим ерофеевским желаю здоровья, счастья, успеха и большой-большой любви. Привет всем путейцам, железнодорожникам,